Десятки человек погибли при взрыве в столице Нигерии Абудже. Бомба сработала в час пик в среду вечером в оживленном торговом районе. По меньшей мере 21 человек умер на месте, еще 17 доставили в больницы с ранениями. Полиция предупреждает, что число жертв может расти. Незамедлительно установить тип взрывного устройства не удалось. Ответственность за атаку никто на себя не взял. Я потерял водителя, потому что зашел сюда сделать ксерокопию, рассказывает свидетель. Я потерял водителя, у которого остались 3 жены и 8 детей. Он не должен был меня сюда везти, но я его заставил, умолял его до самого конца. Примерно в это же время сработала бомба в городе Адамава, но там обошлось без жертв. В Нигерии взрывы звучат почти каждый день. Ответственность за большинство атак на себя берет исламистская группировка Боко Харам. Боевики, которые стремятся создать на севере страны исламистское государство, в последние месяцы усилили свою активность и все чаще устраивают нападения в столице.